Здравствуйте, дети! Меня зовут Николай Альбертович Вяземский. Я ваш новый учитель русского языка и литературы. Вместе с вами в этом году мы будем изучать прекрасные произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Рассмотрим искрометный юмор комедии «Горе от ума» Грибоедова. И, конечно же, изучим самые замечательные произведения Николая Васильевича Гоголя. А тем звездунам, что сидят на задних партах, фига не делают, ругаются матом и бахланят, хочу сразу предъявить: за любой косяк буду хреначить линейкой по хребалу. А если не в сосуд, с первого наскока получат реальные качели у хозяина скока.